Игрушка называется Супер Натурал. Так, если игра не улавливает звуки вашего микрофона или не обнаруживает его, перезапустите игру. Перед началом игры убедитесь, что в настройках звука Windows установлен правильный микрофон, чтобы игра снова улавливала звуки с вашего микрофона. Как только игра начнет улавливать звуки с вашего микрофона, отрегулируйте ползунок так, чтобы вы смогли нормально говорить, не достигая красного уровня. Раз. Ну, мне пиздец, короче, все. Раз. А как регулировать-то здесь? Так, я слушал разработчик, бла-бла-бла-бла-бла. Не надо менять язык. Так, распознавание голоса. Так, значок означает, что распознавание голоса в данный момент отключено. Когда вы видите этот значок, означает, что функция распознавания голоса включена. Когда вы видите этот значок, это означает, что ваш голос записывается для распознавания голоса. Вот некоторые команды из голосовых фраз, которые вы можете произносить. Can you help me? Is anon here? Are you friendly? We are you. We are you. Будем говорить как англичане. We are you. Show yourself. Got away. Got a hell, блять. Ладно. Так, помните, что обращение не всегда может быть успешным. Это много зависит от вашего подхода, состояния души. Убедитесь, что вы четко произносите предложение на английском. Да почему на английском-то, блядь? Ты же сделал перевод. Так. Играйте, короче, в наушниках. Это понятно. Детектив Уайт, man, I... Детектив Уайт, я не могу поверить, что говорю с вами. Я был большим поклонником вашей работы, особенно того случая с Сакатамото. А то, как ты это сделал, было просто гениально. О вашей преданности делу ходят легенды. Именно поэтому я понял, что вы тот человек, к которому стоит обратиться. У меня дома сложилась странная ситуация, которая не дает мне покоя по ночам. Что ж, я Колтон, и я благодарен вам за добрые слова. Приятно познакомиться. Скажите мне, что происходит? Речь идет о миссис Сьюзан, как я уже упоминал в письме. Женщина, помогающая моей беременной невесте Кейли и мне по дому. Мы взяли ее в дом, потому что она оказалась очень одинокой. Она практически член семьи, живет рядом с нашим домом. Около недели назад она исчезла, пропала и не отвечала на звонки, пропускала свои рабочие часы. Исчезла на неделю. Это определенно повод для беспокойства. Что-нибудь необычное в ее поведении перед тем, как она исчезла? Да, в этом-то все и дело. Она стала вести себя странно, называть нас разными именами, напевать странные мелодии. Это очень пугало Кейли, она ненадолго уехала к родителям. Я не мог просто оставить миссию на дну, я подумал, может это слабоумие или что-то в этом роде. Вы можете проверить это, детектив? Не беспокойтесь о Байке. Надеюсь, она еще будет спать, когда я вернусь через несколько часов. Я должен предупредить вас. Иногда она бывает как очень шумный ребенок. Я понимаю, Колтон. Я люблю собак и сразу же начну расследование. Побудь с Кейли. А насчет денег не беспокойтесь, мы найдем мисс Сьюзан. Она была вам как бабушка, верно? Конечно, детектив, она была мне как родная. У нас не так много денег, особенно после покупки этого дома, но мисс Сьюзан значит для нас все, понимаете? Ну, теперь я направляюсь прямо к родителям Кейли. Пожалуйста, позвоните мне, как только что-нибудь узнаете, мы очень волнуемся за нее. А чё стрим в шортсах? У меня идет два стрима. Один идет стрим в шортсах, а второй идет нормальный стрим. Поэтому, народ, переходите на канал, заходите на нормальный стрим. Вот, и типа... Ой, что за фризы? Алло, игра. А чтобы открыть или закрыть дверь, перетащить ее с помощью мышки или правого стика контроллера. Так, размытие в движении мы, короче, уберем. Так, полноэкранный, за что-то... Так, 60 Гц. Продолжить. Во, нормально стало. Так, вы можете включать... Да. Так, чувствительность убавить. Продолжить. Так, все. А вот этот песель. Я думаю, что такое? Это он, кажется, храпит. Храпит пёс-то. Пёс-то храпит у нас. Народ, не забываем о лайкосиках.
Так, у меня есть фонарик. А мы можем включать и выключать свет, к примеру? Да, слушайте, мы можем включать и выключать свет. На улице какая-то вьюга идет. Какая-то пурга. Принять там ветер. А холодос открывается? Холодос не открывается. Короче, мы сейчас будем искать бабку в этом доме. Какие-то игрушки. Да хорош храпеть, ты чё, собакен? Я могу сесть. Он походит на лысого кота. Так, ну неплохой дом. Неплохой дом, совсем не маленький. Я вспомнил, этот дом мне напоминает. Этот дом очень-очень похож. Знаете, на какой? Фильм «Паранормальное явление», первая часть. Прям один в один. Если что, игра называется «Супернатурал». Игра про настоящего мужчину, который ничего не боится. Супернатуральный мужчина. Че там написано? Че там? China Green. Зеленый Китай. Так, ну что ж. Посмотрим, что у нас находится здесь. Ванная комната, да? Это ванная комната. Ни хрена себе рулон бумаги. Так это блядь, этим рулоном... Блядь, охренеть, как громко. Народ, вы меня вообще слышите, нет? Или игра очень громко? Напишите. Громко или нет игра? Или нормально меня слышно? Потише игру сделать не надо? Нормально, да? Ладно, окей. Окей. Супернатурал не попал бы в фору, потому что он сразу перестал быть натуралом. Слышим хорошо. Все окей, все, я понял. Спасибо. Спасибо. По всему дому расставлены какие-то игрушки. Фишки. Игрушка называется фишки. Ну, короче, вот ванная, вот прям говнище полное. Во-первых, плитка с отражением, а значит, она блестящая. А значит, ты когда выйдешь из ванны, ты на ней стопроцентно пизданешься. Во-вторых, ванна очень маленькая. Ну, для меня точно маленькая будет. Я, блядь, в ней как буду мыться? Я вот, допустим, помою из ней, да? Буду выходить, пизданусь об эту ванну и сдохну. И все. А во-вторых, туалетная бумага до такой степени гигантская, что можно вытирать жопу слона. И зеркало, ну, нахрена такое нужно здесь? Ну это я, короче, смотрю со взрослой точки зрения. Так, здесь у нас типа кладовка. Хорошо. Так, у нас есть фонарь. Что такое? Это зеркало. Это зеркало. Так, это входная дверь на улице Вьюга. На улице Вьюга. Фоточки. Фоточки, это хорошо. Евгений, привет! Токсик, привет. Народ, не забываем ставить лайкосы. Маска вообще страшная. Кто-то шепчет мне в уши. Кто-то шепчет мне в уши. Это первый признак шизофрении. Шизофрения. Закрыто? Почему? А нет. Это Кульски. Блин, прикольные игрушки стоят, офигеть. А чё у него все... А чё у него всем доме-то стоят? Везде, кстати, причем. Я слышу какие-то звуки. Посторонние. Я слышу посторонние звуки. Блин, нифига, я тоже хочу такие игрушки. Только зачем они мне? Я уже старый, как пень. А игрушки мне такие нужны.
Как у тебя наушники называются? Планктроникс. Это наушники называются Планктроникс. У них отдельная своя звуковая карта. И они работают везде. Шарский. А, это типа акула. Акуленок. Стиралка. Блин, нифига какая вьюга на улице, офигеть. Ну, целую комнату выделили под прачечную. О, нифига себе. А, перемещайте камеру, чтобы найти улику, чтобы рассмотреть ее, удерживайте кнопку увеличения. Помните, что в окне просмотра может быть больше одной улики. У них есть ребенок, о котором мне не сказали. Любопытно. Эти рисунки вызывают тревогу. Еще один ребенок жертва? Боже, пожалуйста, нет. Ну, типа, я рассмотрел рисунки, как обратно? Базилик. Может, надо... А, все. Короче, надо находить улики и рассматривать их. Ну нет, здесь нету. Окей. Окей, я понял, ладно. Мы нашли одну улику. Осудили о том, что у них такая гигантская прачечная. О май гад. О, это свет включается здесь. Там детская. А здесь у нас что? Здесь у нас рабочий кабинет. Пойдем сходим в детскую. Так, тут свет включается? Да ну почему света начинает моргать? Не моргай. Я тебя умоляю, и так страшно. Амунища, здорово. Детская комната, в которой нету ничего, кроме одной кровати. Робостик. Роботстик. Ничего нету здесь. А Бобус отличился у нас знанием букв и чего-то там еще. Так, свет включается? Да, включается, хорошо. Свет включается. Что такое? Какая-то, короче, порезанная картина, которую кто-то собрался собрать. Так, Макинтош. Окей. Письма. I can relate. Я могу это понять. Понять что? So hard to be young these days. В наши дни так трудно чего там быть? Я не успел прочитать. Надеюсь, у них все получится. А что должно... О, там кто-то воет. Вы слышите, да? Там кто-то воет, ходит. Not now. Не сейчас. А когда? Нет, это такая странная. А когда? Не сейчас. Что это? Альфа. Кацки. Валера, привет. Бабка. Бабка воет, да? Ой. Сорян, я маленько болею. Кто выключает, блядь, свет в квартире? Так, я могу бегать.
Не надо выключать свет. Жень, привет. Это у нас что такое? Это у нас счетчик, да? Это электрощиток. Хорошо. Бабуля. Бабуля, ты здесь? Блин, ну освещение, конечно, в квартире говнище полное. Дракон, привет. Администраторы, кто-нибудь зайдите на шорт-чат, там какой-то обобус спамит. Или удалите, или заблокируйте его нахрен. Вы уже в другую игру играете? Да, уже в другую игру. Can you hear me? Так, инвентировать яркость управления. Так. Распознавание голоса... Распознавание голоса Space. Так, меню голосовых команд Q. Раз, два, три. Can you hear me? Who are you? Олесь, спасибо. А что мне надо делать? Алло, алло. I have other things to do. У меня есть другие. Какие у тебя другие есть дела? Я лучше вернусь к этому. Мы ищем бабку, но мы ее ищем. Яночка, привет. Ну, скорее всего, может быть. Can you hear me? Who are you? Так. Масштаб, круч, флешлайт. Меню голосовых команд, предыдущая камера, следующая камера, ночное видение, спринт. А где мне найти голосовые команды? Can you hear me? Бабуля? Бабуля, ты где? Бабуля? Бабуль, я тебя ищу. Там кто-то ноет. О, началось. Can you hear me? Она где-то там воет. Я только не знаю где, но где-то воет. Бабуля. Когда будет следующий стрим? Не знаю, пока не могу сказать. Но вообще стримы практически ежедневно. Can you hear me? Who are you? Бабка, ты где? Бабка, ты где? Бабуля. Улики надо найти. С игрушек запоминай цифры. Унитаз подготовить? Спасибо. Спасибо за 300. Ну, будем сейчас искать. И улики, и не улики. Спасибо. Унитаз? Типа вообще будет страшно, что ли?
Бабулет. Бабулек. Баба Чандра. Бабулиус. А чё свет вырубился? О-о-о! Лохушка, у тебя дома вырубился свет? Я тебе соболезную. У тебя комп работает? Да. Ебать, как грохнуло. Запоминать цифры... Да хорош выключать мне свет. Только что произошло единственное автосохранение. Теперь назад дороги нет. Вам придется столкнуться с тем, что на что вы подписались. Бабуль... Бабуля, ты где? Что случилось? А почему вырубается фонарь? На это написано ноль. Ноль. Хорошо. Да почему вырубается фонарь-то, алё, игра? Ты охренела, что ли? О, о, о. Ты что, Дед Мороз? Так смеяться. А вот собака спит вообще спокойно. Собака живая? Цифры на игрушках, да? 7. Или это 1? Блять, непонятно. Наверное, 7. Так, хорошо. Мы нашли цифру 0. Нашли цифру 7. Да-да-да-да-да. Да ядрить твою налево. Ты охренела, что ли, игра? Что? Что там? Телефон где-то? Четыре. 0, 7, 4. Если мне снова придется искать поручение 2 часов, я уйду. Я забыл пароль. Ики, если ты в сотый раз забыла пароль от компьютера, я разбросал по дому твои игрушечные фигурки и пометил коробки с твоим логином и паролем. Первым идет... Ой, блядь, ёб вашу мать! Сейчас я сфотографирую, где какие там игрушки, блядь. Какие надо искать. И теперь, короче, эта хрень будет все время ты-ли-ли-ли-ли-ли. О, бабуля! Привет! Вон она стоит. Охренеть, мерзкая тварь. Я не могу ходить, я запутался. Так, яркость управления, движение камеры. Я думаю, что надо чуть сделать потише игру, потому что что-то прям реально орёт. Кацки, 3. Капец. Народ, а если кто-то из вас проходил эту игру, напишите мне логин и пароль, чтобы я, блядь, сейчас не ходил и не искал эти грёбаные игрушки по всей квартире. Покемон Чан, привет. 0743. Шини, привет.
Так, 0743. А пароль? Или это был пароль? Бревно, привет. Так, логин. Логин, я вижу. Я вижу. Так, логин 89263. А пароль 074 074 15. О, Белла. Спасибо, бревно. Малыш, ты дома? Ты уже починил свою камеру? Я подумал, мы могли бы провести на немного, ну знаешь... О, привет, Белла. Да, Келли сегодня с родителями. Что случилось? Серьезно? У тебя какой-то странный голос, Зай. Все в порядке? Я очень хотел увидеть тебя. Да, просто немного устал, понимаешь? Это был напряженный день. Ебака громко. Устал, да? Ты уверен? Ты говоришь так, как будто что-то случилось. Я очень надеялась приехать. В чем дело? Просто нужно немного передохнуть. Мисс Сьюзан пропала. Мисс Сьюзан пропала? Ты выражаешься немного расплывчато. Я очень надеюсь побыть с тобой наедине. Акварельная история. Слушай, я сегодня просто не очень... сегодня просто не очень хорошая ночь. Давай в другой раз. Конечно, но ты меня не обманываешь? Почему ты так отстранен? У нас были планы, а теперь ты отказываешься. Белла, сейчас неподходящее время. Обещаю, мы наверстаем упущенное. Мне нужно идти. Встретимся позже. Келли не будет в восторге от этого. Так. Камеры. Переключайте камеры с помощью кнопки предыдущая, следующая, а также используйте ночное видение с помощью кнопки ночное видение. Спасибо, блядь. Чем больше есть хочется. А как использовать ночное видение? Собака лает. Охренеть, бабуля! Бабуля висит за мной. Привет, бабуля. Она исчезла. Окей, окей. Так, бабка исчезла, да? Бабуля исчезла. Такой маленький онлайн, почему? Я не знаю. Ну, народ не пришел ночью. Вон она сидит опять. Вон сидит бабка. Собака там лает. Ты че лаешь? Что, вы можете использовать интернет-браузер на компьютере для поиска найденных вами текстовых кулик? Что там написано? Краулер? Краулер? А что это такое? Краулер. Краулер. Что такое краулер? А стримить будешь только эту игру? Да нет. А мы сегодня проходим до конца эту игру. Так, браузер. Гигл. Так. Что? Ничего не пишется? Так. Крав... Блин. Кравелер. Поиск. Так, вспоминаем мисс Сьюзен Кроулер. А, это Кроулер написано. Трагическая утрата заставляет сообщество задуматься о психическом здоровье. 15 июля 2020 года маленький город Гринфилд, штат Пенсильвания, потрясла трагедия. Оставившиеся его жители в шоке и трауре. 80-летняя мисс Сьюзен Кроулер, любимая жителями города, покончила с собой, повесившись на дереве на заднем дворе. Новость о ее кончине быстро распространилась по городу, и многие пытались смириться с потерей столь дорогого им человека. Мисс Кроулер была известна своим добрым сердцем, бла-бла-бла-бла-бла, очень много
текста. Так, хотя нет простого ответа на вопрос, почему человек может покончить с собой, очевидно, проблемы с психическим здоровьем могут коснуться каждого, независимо от возраста и обстоятельств. Хочется надеяться, что трагическая гибель мисс Кроулер привлечет больше внимания к важности осведомленности о психическом здоровье и ресурсов. Я тебя понял. Ладно, Гигл нам, короче, рассказал историю миссис, что у нее была, короче, психическое здоровье. Да почему ты моргаешь? У нее было, короче, психическое здоровье, она покончила жизнь самоубийством, повесившись на дереве заднего двора. Мика, привет. Ой, вон она выглядывает. Эй, мать. Опять кто-то выключил свет. Хватит выключать свет. А что случилось с бабкой? Она покончила жизнь самоубийством. Что там происходит? Там кто-то делает. Блять. Японский городовой. Мать, с тобой все в порядке? Нет. С этого момента микрофон будет фиксировать каждый ваш звук. Я буду говорить негромко. Говори тише. Говори тише. Золотая чаша, золотая! Наполняет ароматом чая! А-ля-ля-ля-ля! Бабка! Бабка! Собака храпит. Собака храпит. Бабка грязная проститутка. Спасибо за подписку. Камеры станут твоим третьим глазом. Не мешай мне. Да, блядь, нельзя говорить громко, пиздец. Нельзя говорить громко. Ты можешь мне помочь? Раз. Вот так я могу говорить. Так, еще тише. Да, блядь, иди в жопу, старая корга, блядь. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Грыныч, здорово. Раз. Может быть, не эта кнопка отвечает? Раз. Это вот. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, что мне надо теперь делать? Мне надо найти старую... Где ты?
корга. С тобой. Да в смысле, блять, я не орал, тупая пизда, блять. Теперь вообще молчать? Раз. Мне теперь вообще молчать, что ли? Телефон. Мне кто-то звонит в скайпе. Я пошел в скайпу. Колтон, это снова я. Слушай, просто помолчи секунду, хорошо? Я должна тебе кое-что сказать. Я покопался в интернете, знаешь что? Миссис Сьюзан умерла некоторое время назад, точнее 3 года назад. Разве это не безумие? Почему мы не узнали об этом сразу, как только это произошло? Что-то здесь не так. А как будто кто-то хотел замять это дело или что-то в этом роде. Вот это так странно. Мне нужно время, чтобы разобраться с этим, а тебе, наверное, стоит сходить к психиатру или еще куда-нибудь. С меня хватит, не пытайся связаться со мной. Я серьезно. Ой, нас бросила девушка. Какая печаль. Какая печь. Там сзади бабка. Камеры. Пизда, блять. Бросила девушку. Блять, эта старая карга меня убила, что ли, опять?
Ультразвуковое исследование. Короче, в этой игре надо, блять, вообще молчать. А как ее тогда стримить, если, блять, надо молчать все время? Тупая, блять, пизда эта бабка. Different date, same ultrasound. This time it says the truth will come out soon. I have a feeling this case is closely tied to the client's fiance. Symbol. I wonder if it could relate to the case. The same symbol.
Так, народ, короче, автосейв был. Это хорошо. Перерывчик 2-3 минуты. Вот, пусть меня бабка убьет. Пошла она нахуй. Вот, 2-3 минутки перерыва. Короче, наливайте себе чай, кофе. Приходите обратно, мы сегодня эту будем игру проходить до конца. Все, я ушел. А вас пусть бабка жрет. Я здесь. В прачечную. Не забываем ставить лайкосы. Лайкосы. Не забываем ставить лайкосы.
Так, управление. А как включить ночное видение на камере? Ночное видение N. Все, я тебя понял. Так, ночное видение N. Спасибо, собакен. Спасибо. Так, надо идти, короче, знаете куда? В мастерскую. Где она? Искусство. Всем привет. Надо идти на кухню. Всем привет, с кем не здороваюсь, потому что не могу говорить громко из-за того, что игра меня сразу же слышит. Идем на кухню.
такая. Лайкосы не забываем. Лайкосы ставим. И подписываемся. Что, Олеся? Туалет. Видение. О, что-то летает. Офигеть, что-то летает. Спокойно. В этом месте? Это где в этом месте? Еще на полу.
не знаю, Марин. Я не знаю, я также играю первый раз, как вы. Да как ты убила-то меня, проститутка, ты конченая, блядь. Я же молчал. Конченая тварь. Не должно быть.
Ну, блять, я соединил. Что дальше? Я соединил все. А дальше что? Блять. Болтом? И что? Не работает. Болтом. Ебать, как много текста. Корабль шерифа и Грёсера Клетин со дня смело спасение в Пенсильвании. В большом городке Гринфилд написал. Ебать, пиздец. Влад, спасибо большое. Охренеть. Так, а это можно читать громко, да? Так, в небольшом городке Гринфилд Пенсильвания, расположен среди живописных пейзажей и холмов, есть история непечатной храбрости, которая стала маяком надежды вдохновления для жителей. Эта история связана с шерифом Робертом Холтоном, человек, чье мужество, самоотверженность, так, бла-бла-бла-бла, ночью 82-го года, солнечный дом соседы, тут дым, сам разговаривает, Холтон просыщается, по прибытии шериф Холтон со стороны ужаса пламени Джима Ревилова, ресурс оранжевый, так, был, короче, пожар, Холтон скоординировал свои действия, ориентируясь только на отдаленные, да-да-да-да-да-да, сохраняя спокойствие, короче, героически всех нахуй спас. И что? Иду. Я детектив Уайт, просто провожу расследование. Детектив, говорите? Что привело в этот дом? Что вы подняли такой шум? Бабушка проститутка. Why would anyone be poking around her old place now? Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned, and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Yes, I'm afraid my investigation can get a bit noisy at times. Just trying to leave no stone unturned, you know? I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads, Sheriff. Right now, my leads point me to this house. Well, all right then. I'll leave you to it, Detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story.
По-моему, это приходил тот же самый шериф, который ее убил. Скорее всего. Щиток. Нихуя не работает, я не знаю. Я вращаю и колесиком, и мышкой, и чем только я там, блядь, не повращал. Пошла нахуй, старая пизда, блядь. This fucking time, I won't let anyone escape. That bitch and her sorry excuse for her family got what's been coming to her. Надо его убивать-то, нет? Ни хрена себе. Это значит, короче, полицейский вот этот, он всех убил?
В результате шалнаящего разлучения детектив Уайт раскрыл мрачную правду, стоящую за трагической гибелью мисс Сьюзен и ее мужа. Виновником оказался шериф Роберт Холтон, авторитетный и уважаемый в обществе человек. Пошла нахуй, старая корга. А ревность поглотила его, когда мисс Сьюзен предпочла ему другого, и он решился на отвратительный акт мести. Манипулируя местными новостями, шериф Холтон выставлял себя героем, маскируя свои собственные зловещие деяния. Он организовал пожар, охвативший дом мисс Сьюзен, пока ее семья ужина, и безжалостно оборвал их жизни. Но этого было мало. Он пошел дальше, придумав ложный рассказ о героизме, чтобы замести следы. Все понятно. Мисс Сьюзен не покончила с собой, как утверждалось в фабрикованных отчетах. Но при осмотре ее тела... Коронером выяснилось, что она была беременна. Разврат шерифа Холтона не знал границ. Однако перед лицом такой тьмы детектив Уайт стал маяком правды и справедливости. С непоколебимой решимостью он собрал воедино все улики, разоблачил гнусные действия шерифа Холтона и привлек его к ответственности. Когда полиция прибыла на место происшествия, Уайт стоял в слезах, как герой посреди трагедии. Несмотря на голь и скорбь, его решимость оставалась непоколебимой, что свидетельствует о его приверженности к поиску истины, каким бы мрачным или пугающим ни был путь. Хитори де Продакшн.